Первые шаги к самостоятельности в Куренецком лесопитомнике Вилейского. Опытного лесхоза следить за сеянцами работникам помогают школьники. Это уже стало доброй традицией. Сейчас идет вторая трудовая смена, она продлится 10 дней. Работу ребятам доверили несложную, но ответственную – полоть сеянцы сосны. Перед началом рабочего дня с ними проводят инструктаж. Школьники приезжают в питомник ежедневно на 4 часа. Фронт работы – прополоть полгектара. Для ребят это возможность не только с пользой провести лето, но и заработать. Помощь огромная, конечно же, колоссальная, потому что у нас не так много работников, площадь большая, 27,7 гектар, поэтому мы благодарны им за то, что они вот изъявляют желание в помощи. Ну и, конечно же, для себя они зарабатывают денежку, у каждого своя цель поставлена, вот они стремятся. Кто-то чуть быстрее, кому-то чуть сложнее, чуть медленнее, но все, в основном все выходят на норму. Я в первый раз тут оказалась, а почему решила поработать? Ну, меня это заинтересовало, этот лагерь. И я все-таки уже перехожу в 9 класс, хочется попробовать себя в разных видах деятельности, понять, что такое работа. Я буду копить на свою мечту, я хочу поехать в Санкт-Петербург и хочу сама скопить на это свои сбережения. Трудовой отряд сейчас насчитывает 20 человек, всего за лето тут будет 5 смен. На помощь приедут не только школьники из города, но и всего Вилейского района.